Даіра распачала комплекс профилактичных мероприемств у юный велосипедист. У гэтые дни супрацовники Дзяржаўтаінспекцыі проведут рейды. Юным велосипедистам, особливо порушальникам правила дорожного руху, расскажут про то, как важно выполнять правила на дорозе, как не допустить здарэння на трассах и придомовых территориях. Галоўныя правила нагадают и законным представникам маленьких порушальников. Юным велосипедистам уручат информационные материалы. В рамках этого мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут проводить профилактическую разъяснительную работу с несовершеннолетними в случае выявления нарушений с их стороны. По возможности также будут общаться с их законными представителями, опять же, доводить требования правил дорожного движения в части перехода проезжей части с велосипедистом, также и управления велосипедистом как в дворовых территориях, так и на тротуарах, пешеходных, велосипедных дорожках. За 5 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 16 здарений с уделом неполнолетних, у яких 17 человек отримали травмы. При этом 5 ДТЗ отбылось по вине самих детей, 3 из них с уделом юных велосипедистов.